Okay, no, this is a really bad idea, but thanks, production. Hippie hardcore material. Я Джонни Тест, и я люблю есть какашки. Моя девочка интернет любит постороннюю. Если босс нас лет знает, постороннюю шальца. Субкультура очень любит аниме, и как любая фури поддержит Казахстан. Феминист-активист часто чилит в твиттере, пишет ущемленки пост в своем рейнбоу-свитере. Интернетная любовь, девочка социофоб, боже, закипает кровь, и я к тебе готов. Ты же моя фу.